Station will be Ureki. Внимание! Следующая остановка — станция Ureki. Билеты лучше в интернете, но для того, чтобы купить билет, надо регистрироваться на сайте грузинских железных дорог, иначе не подсвечивается кнопка «приобрести билет». Начало движение. Давай
мы приехали в Батуми на квартиру на улице Руставели 15. Это называется дом лицо. Вот такие вот потолки высокие. Это не отель. Двухкомнатная квартира. Это не отель. Это людям в перестроенную квартиру. Им выделили сначала, когда перестраивали, их выселили, а потом, когда построили дом, дали квартиру опять. Вот так вот это все выглядит. И вот таким макаром смотрится эта квартира. Ну, достаточно симпатичная, достаточно просторная. Санузел такой неплохой. Вот так он выглядит. Ну, больше, конечно, она под сдачу, чем для проживания самим, как по мне. Вот так выглядит это все. Потому что кухонка вот такая. Ох, ничего неудобная. Удобная, но она небольшая. Она маленькая, но очень. Чисто апартаменты для того, чтобы сдать ее каким-то отдыхающим. Вот так вот балкон. Сейчас мы выйдем на балкон, посмотрим, что там на балконе. Достаточно интересно. Вот старый Батуми вот таким образом выглядит. Здесь разламывают старые дома и на их место сразу строят новые. Там он какой-то кадр, видимо, ремонтник, потому что разломанные сзади него двери. И вот так выглядит. Горы вдалеке виднеются. Море с другой стороны. С этой стороны его немножко можно увидеть. Сейчас мы немного здесь оклемаемся и пойдем на улицу. Пойдем, пройдемся. Там уже будет видно, как изменился город. Так выглядит эта квартира. Неплохая достаточно. А, еще тут спальня. Вот так вот она выглядит, эта спальня. Достаточно симпатичная. Но опять же, повторюсь, для того, чтобы сдавать ее неким туристам, а не проживать самим. Да, и вот здесь был вход в нашу квартиру на вниз.
два входа. А вот здесь вот, ну вот еще видно, видишь, какая? Еще видно, вот, ну только полущены все. Но это задний двор, а вот это центральный. А ну посмотри, там выход же, наверное, есть? Идем окна покажем. Окна же здесь, осторожно, смотри. С ума сойти. А вот там внизу наша комната была. Вот прямо, если спуститься по деревянной нём, Павел Иванович, и вот там прямо, это наше там сейчас мы... жерло. Сейчас вот здесь был наш. Вот здесь кто-то живет. Вот наши окна. Только они без ставни и другие. Да? Ну, вот так он теперь выглядит. И вон там, кстати, сдается квартира. Я, честно говоря, не думал, что здесь оно будет. Почему-то думалось адрес этот, а получилось... Да, другое. Получилось другое. Ну? Вот это дом наш, вот эта квартира наша, она на два окна. А здесь были сплошной забор. Сплошные ворота, здесь не было такой решетки. А здесь было вот на второй этаж. Ну, вот хорошо. Туда, на второй этаж, была лестница. Вот такой двор. Ну, видишь, немножко модернизирован. А там что, выход есть? Там есть выход на улицу? Нет, там вот в конце жила женщина, которая всем гадала. А здесь, а вот это общественный туалет. И мы ведем его немножко расставать. А ты думаешь, мы там выйдем? Просто их. Другие. Ну, заменили. Двери были тоже коричневые, я помню, с ковкой тоже. Но мне кажется, что непрозрачное было стекло. А здесь вот кажется, что они другие. И все было очень чисто почему-то. А сейчас такая грязь. И перила блестели. Ну да, ужас, как грязно. Это такое все родное. Запах. Запах остался. Ну что, идем покушаем. Махайте рукой, вот. Все, вот он, этот дом. Мы его нашли. Ну, теперь выдвигаемся куда-нибудь. И напротив вот этого дома не было. Он был другой какой-то. Но он остался турист. А или его, он так, его... Его перестроили. Его смотри, тебе еда. Я, честно говоря, не хочу кушать еще. Идем, я тоже не хочу. Казачок, видишь? Идем к театру. Нажми паузу. Мы пришли на Батумский бульвар, который был основан
сразу после отмены крепостного права. И мама здесь уже в то время гуляла. Который назывался Приморский бульвар. Сейчас он назывался Бакинский. Его очень сильно переименовали и все. Очень сильно перестроили. Да. Там какие-то писающие мальчики. Нет, дудящие. Дудящие играющие в разные дудки. Дудящие в дудке мальчики, вот они. Вот они. Да, так имеется. Там растет бамбук, да? Точно. Да, он так и рос. Но я не помню. Еще. Ничего, ничего, похоже. Еще тогда, когда... Поэтому ничего, вообще не узнаю. А когда... Я была маленькая, не гуляла, то вот это, насколько я понимала, вот и есть, вот, вот, пусты. Единственное исключение было бульвара, это были самые зверюшки, которые были. Потому что по всему Приморскому бульвару были зверюшки разные. Да, это лавровый лист, который мы наберем, уезжая на продаж. Потому что, чтобы оправдать поездку, нам надо будет взять как минимум тонну местного лаврового листа. Оно снимает? Да. А где я вижу, что оно снимает? Ну, я откуда знаю, где ты видишь, но оно снимает. Ну, оно сделало на ТТТ, но я подумала, что может уже все. Вполне может, да. А что это кончилось? Ну-ка, подержите. Давай. А что закончилось? Ну не надо ты делать, когда снимаешь. А я не трогала. Я потому говорю, что не бери себе, я его не знаю. Я буду тогда нести. Я не знаю, как я. Вот это буквы, наверное, какие-то. Ну вот же, видишь, когда на раз. Сбоку у тебя какие-то кнопки, на которые я, видимо, нажала. Оно снимает до сих пор. Видишь? Уже две. Ну, минуты. Снимает, ладно. Дальше. Отодвиньте. А, ну так оно снимает не... Оно снимает независимо. Несмотря на то... Да. Ну, хорошо, а оно снимает нас? Нас с тобой снимает. Вот мы гуляем. Ну, я к тому, что оно попадает на нас или нет, потому что там же... Ну, конечно, оно, видишь, когда было, оно снимает. Вот там вот, поверни, вот там вот, с той стороны. Бамбуковая роща. Мы там на бамбуковую рощу сходим. Ну бамбук уже там огромный. Дудящие мальчики. Единственное украшение Приморского бульвара была сцена летняя. Ракушка такая. Ну так это было задолго до это отмены крепостного права в России. 60-е годы. Идем посмотрим поющий бамбук, где семеро медвежат говорят «ох» и падают на спину. Ну, здесь золотая антилопа когда-то скакала. Это в соответствии с сказкой про поющий бамбук. Наташка просила пройти около... Так, а вот это место летний страж. Да. Интересно. Это обстроили, это здание. Заменяли. Новое. Вот, вот этих вот возьмем тогда. Возьмем такой. А Наталья еще, ну, когда-то Инга приезжала и привозила фотографии, и там такой осьминог есть, это ночной клуб. В Приморском бульваре разноцветный осьминог. И она спрашивала, есть или нет. Так что мы подойдем. Вон какой бамбук. Ну, да. Да. Висит просьба не лазить и бамбук на удочке не рвать. Ну, вот это вход. Идем через него. Это вход куда? На пляж. Колоннады. Вот, да. Они были это построены в 1934 году. Там написано было? Нет, я
сам их строил. Вон какая штучка, которую надо взять. И про ледёнку мы, наверное, найдем, потому что мы стопчем. Длина бульвара нынешнего 7 километров. Поэтому, чтобы весь посмотреть, мы возьмем сейчас где-то машину. Вон там поехали для какой-то там собаки, для которой 7 верст не крюк. А, это за нашего папу, да. Что вы же понимаете? Совершенно. Вот сейчас мы идем прямо. А ты камера на нас? Ты на сюда вон, ты камеру вперед посмотри. Ну, чтобы я туда смотрела. Зачем? А вон еще кто-то едет, видишь? Сейчас мы возьмем. Так вот, мы сейчас с... Я вот эту дорогу вот. Камера смотрит мир. Это современная, конечно. И вот сейчас вот главное идем. Ну, конечно, лица. Эти площадки уже построены сейчас. И вот это чудо-переход присущ только, наверное, этой стороне. Ну, на этом стороне. С этой стороны моря, что ли, потому что в Крыму тоже надо вниз спускаться к пляжу. А здесь надо вот просто. Нет никакого перехода между Приморским бульваром и пляжем. Сразу раз и в гальку. И здесь, вот здесь рассказывают, что когда море волнуется, если бульвар весь занимает. Вот мы видим, это море переделывают через бульвар. Потом поймаем кого-то и спросим, где они брали. Все, мы уже на пляже практически. Песок появился, песка раньше не было. Под ногами не слышно. И чтобы прийти на пляж, небо более прилетало в тапочки. В тапочках. Его у меня. Ой. Ой. Как водичка? Ну так, терпимо. Терпимо? Ну... Купаться-то купаться можно? Нельзя, да? Понятно. Так, ну вот мы сейчас как бы этого покажем. Так, тут была куча кабинок, в которых переодевались. Ой, здесь противный песок. Он такой крупный. Откуда он сыплется, непонятно. Вулканический песок. Ну, фу-фу-фу какой-то. Завезли, что ли? Сейчас мы зайдем чисто на гальку. Ай-яй-яй-яй, песок какой болит, ёпки. Ай, подожди, сильно. Вот зараза, какой колючий песок. Нет. Не было. Уже на манеру Турции. А что тут Турция? Рядом. Деревня есть, которая половина турецкая, половина грузинская. Я не знаю, сколько здесь должно быть в море камешков, потому что мы с бабулей искали все время камешки, и мы были не одни. Ну да, галечные пляжи. Ну такое. Здесь так лежать, не знаю, я лежала, мне, наверное, бабуль было некомфортно лежать. А вот шезлонги придумали, это здорово. Ну, я как маленькая девочка, мне было по барабану. Я и бегала по нему, ну, как бы. Я вот и попробую, а ты не видишь, да?
там счетчик, таймер. Это мы едем в Кремлевский бульвар. Вон лежит. Так сильно быстро едешь, ничего я не успею так записать. И ничего здесь не видно. Вот там лежит где-то павлин. А вот валяются черепахи. Таким, а вот черепахи. Вон эти кричат, жуткое дело, как эти красивые пташки-то орут. Вот, вот он. Это у них сейчас что, брачный период? Стой. Ну подними над забором, зачем ты так снимаешь? Так я его не вижу, что снимаю, вот в чем дело. Так, подожди. Мы едем по парку, мама рулит, я снимаю, все весело. Павлины всякие, вон. Лебеди, пеликаны. Здесь. Я бы на твоем месте уже начал разворачиваться. А, попугай. Дай. Из попугая. Сумки продают здесь. Вот куча мотобайков. Foreign, да? Еще и сзади двух местных. А, это у него нет. Ну, так удобнее, так друг другу не мешаем. Здесь кафе. А, какие подробные. А, кафе, где пишешь такие бутылки? Где захочешь? Посмотри в камеру, улыбнись и помаши. Чуть руль не поломала. Так пыталась помахать. О, бананы растут. Бананы растут. А тут вон тетки толстые бабы пытаются бегать, наверное. Не сильно получается. И там вон вон стоят. Тут вокруг куча. Можно, только что-то никто кроме нас не видит. Никто не пришел. Наверное, будний день. Башня. Будний переход. А.
Так громко бипкает, кошмар. Что перепугалась. Сама. Ну это ужас, как можно не услышать. Ой, какое море. Красивое. А здесь везде галька, видишь? А мама говорит, там только насыпали. Песок, это был какой-то эксперимент. Механический песок, который так колет ноги. Что здесь сильно? А вот это цифровая башня. Белит алфавит. Огромные. А тебя тут стороны не снимает? Нет, только А ты видел там стоят кроссовки? Ты же понимаешь, что это не чьи-то, да, а да. Это в них фотографии. Да мы видели. А, мы видели? Да, в интернете. И вот сколько. Вот это башня. Ой, с ума сойти, сколько аренды. Может быть, здесь еще она и так. Тут не написано цена? Да, оно все так. Оно должно быть. Ага. А вон какая-то пошла лодочка. Она больше не едет. Это не со скоростью? На вторую переключись. А, поняла. Да. Можешь на третью. Нет, хорошо. Нам медленно надо ее поставить. А вон везет сердечко. Тоже. О, а там вон крест какой-то. Мы зад поедем, в ту сторону поснимаем. Ага, ага, да. Горы, горы, горы. Красиво, впереди горы. Сделали здорово. А это камни такие, типа, есть. У них можно сидеть тоже, но вот это, и вот они здесь. Вон такая, лифт ходит, вон внутри. Вот. Ну, я точно нет, а тебя могу подождать. Не-не-не, я один раз залезла, потом долго ругалась, ну второй раз меня понес сюда, черт, больше я на это не поддамся. Мне в Турции той горы Тахтар или так, как она там называется, не всю жизнь. Ой, вот еще там тапки сидят вон. А там вон двое сидят за столиком. Может быть, какие-то должны быть? Ой, как красиво. Ну, не знаю. Как красиво вон вообще город, да? Да, красиво. Чёртово колесо не работает. Вон эти двое, которые. А вот они. Али и Нино. А, работает чёртово колесо. Туда можно заехать.
Мы к ним не можем подъехать. Почему не можем? А потому что вот дорога уходит вправо. А ничего, мы сейчас можем. Есть же он там стоят. Ну, типа туда заехать. Вот там надо было. А мы проедем? Заезжай налево. Проедем? А что это? Тебе прогулочные, смотри. О, как здесь. Вот эти видно? Ну, ты снимаешь их, нет? Снимаю, но они еще не попали. Вот так вот, как бы, да?
деле я его даже не заметила. Огромный. Вон отсюда. А, ну да, ну да. А это какое-то мороженое. А это мы что-то для вас делаем? Бегемота. Бегемота. Голова. Все нормально. Нельзя. Ну, ее как-то привязать бы туда. Там а нет... причем здесь? А там нет кармашка? Ты сейчас мне сбей еще телефон чуть локтем своим. Поехали. Камеру. О, камеру. Подзорную трубу. Что, площадь, смотри. Там. Вот это новые дома, это все новые дома, но они отстраиваются прям под старину. И поэтому не скажешь, что его только построили. Там вдали вот виднеется серенький мамин дом. В нем сейчас украинский ресторан «Казачок».
Нет, мы не в нем. А пристройка к дому небольшая. И там же пристроим этот ресторан «Казачок». Сам дом не тронут. Там плохо видно. Ворота, по-моему. Очень красивая площадь. Она маленькая, но она очень красивая. Там цветы вам продают. Очень можно посмотреть, какие мы сидели. Деревья бордовые, подобные, все красиво. А вон там какое-то, что это такое, вот не знаю. Вроде как на храм не похоже, да? Наверху какой-то брехон. Ты, а вон такие часы, здесь вот везде, ну, часто, во всяком случае, встречаются вот такие столбы с часами. Странный какой-то надпись, пост-офис. Ты вон что снимаешь, какую-то ерунду, вот. И вон там в конце, там часы. Идем, подойдем, посмотрим. Все везде магнолии, лавровый лист, туи разные, и вот эти вот, наверное, канадские клёны. Страна Грузиния, страна без забот. Шутка. Такие. Так, Медея. Статуя Медеи была установлена на площади Европы в 2007 году. Автор монумента, известный грузинским, в узких кругах известный грузинский скульптор Давид Хмаладзе. Скульптура символизирует процветание и богатство Колхиды, древнейшей области Западной Грузии. Миф о Золотом Руне отражает историю ранних связей между Древней Грецией и Грузией. Медея, колхидская царевна, волшебница и родоначальница медицины, возлюбленная аргонавта Язона. От себя добавлю, все это было не здесь, а в Поти. Поти – это Колхида. А эти товарищи слегка, мягко говоря, а что они слегка? Примазались. Они не примазались, они написали, что скульптура символизирует. Ну давай поставим тогда здесь. И при чем здесь примазались? Они что сказали? Что это называется колхида? Они же этого не сказали. Мама, как истинная грузинка, защищает своих. Папа этот трет, неизвестно что. Слышно, трет бестолковый. Если Батуми, я тебе говорю, что написано, это Аджария, а Колхида это Поти. Что такое Медея, они написали. Правильно, но не здесь. Да при чем тут здесь? Здесь памятник не стоит. Ну а почему здесь тогда не стоит памятник, они, ну, не к примеру, захотели. Джорджу Вашингтону? Да. Памятник Немеду Абашидзе, деятелю грузинского сопротивления. А вот красивый дом. Он был старинный, сейчас просто модернизирован. Такой себе симпатичный вид у него. Дома. Вот такими стульчиками. И новострой. Все непонятно. Как это получится, они еще паркуются. Что видно в экран, посмотри. Ну, я все видно. Нормально? Нормально. Да. Такие стульчики такие стоят. Можно посидеть. Прикольно. Днем здесь сидеть вообще невозможно. Речка, наверное.
пятых. Но мы сюда не пойдем. Здесь по-грузински. Вот Мариинский. О, аппарат. Конституционный суд. Странно. Видимо, один из офисов. Потому что сейчас ты ничего не показываешь. Что там в экране видно? Вот туда впереди. Горы впереди. Все хорошо видно. Да-то, ага, оставили ее. Это скульптура Contemporary Art Space. Дверь называется. Ираклий Дженеласа. Скульптура просто. Что такая арт? Постановка. По этой стороне. Потом. По этой, а потом перейдем. По той? По той. Здесь. Да. Город есть тенек? Ну да. Ну, что вы там? Ну сейчас не землю видно, не пол есть. Небо снимает. Ну, деревья. Ну хорошо, вон, вон, как видно. Ага, вот смотри.
скоро. Вот такой.